Это моя кровать, и я здесь сплю. Но я тоже хочу такую кроватку. А у меня даже своей колясочки нету. А, так ты не переживай. Мама сказала, что сегодня купит тебе новую колясочку. Что, правда? Ура! Ну что ж, начинаем делать колясочку для нашей маленькой куколки Лол. Для этого нам понадобятся ножницы, мягкий картон, простой карандаш, клей и блестящий лак. Берем листочек серебряного картона и складываем его вдвое. Чертим круг с помощью циркуля или какой-нибудь круглой крышечки и вырезаем два кружочка. Вот бумага эта, с одной стороны белая, а с другой стороны серебряная. Теперь рисуем треугольничек с помощью линейки и вырезаем его. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужна нижняя часть коляски, полосочка. Примеряем нашу куколку, чтобы мы знали, какая должна быть ширина полосочки. И оставляем две полосочки тоненькие по бокам, чтобы можно было приклеить. Вырезаем. Вот наша вырезанная полосочка. Теперь сгинаем края. Вот наша полосочка с согнутыми краями. Для того, чтобы она легче сгиналась, мы сделали вот такие вот надрезики с обеих сторон. С одной стороны приклеиваем одну часть коляски, а с другой – другую. Вот что у нас получилось. Девочки, если где-то что-то неаккуратненько, видно клей, вы не волнуйтесь, это все закрасится, приклеится украшение и ничего не будет видно. Берем пробку, обводим карандашиком и вырезаем 4 колеса. Девочки, я вырезала 8 одинаковых колесиков. Теперь склею пары, чтобы они были прочнее. Склеили пары и получилось 4 колеса. Они серебряные с обеих сторон. Теперь вырезаем украшения и приклеиваем их к колесикам. Я вырезала вот такие вот цветочки и теперь их приклею. Вот мы их приклеили по центру. Красим нашу красивую колясочку блестящим лаком. Вот мы покрасили нашу колясочку со всех сторон блестящим лаком. Вот как она у нас блестит. Теперь пусть немножко подсохнет. И будет она у нас подсыхать на шкафчике. Колесики красим лаком другого цвета и ждем, пока высохнет. Вот эта полосочка послужит нам ручкой. А эта блестящая маленькая ткань шторкой. Приклеиваем шторку в колясочку. Вот, приклеили шторку. Берем обычную ленточку и делаем из нее рюшки. Вот мы пришили ленточку с рюшечками коляске. Потому что если бы мы ее приклеили, она бы точно в скором времени отклеилась. С двух сторон прикрепляем красивые серебряные коронки. Вот как красиво смотрится. Девочки, ну что ж, мы приклеили колесики к нашей колясочке. И внутри покрасили красным лаком, так же, как и колесики. Сейчас, чтобы не было видно швы внутри, мы приклеим вот эти вот кружочки. Ну вот, наша колясочка готова. Мы приклеили такие вот кружочки, и теперь не видно никаких швов. Очень красиво все. Колясочка получилась гламурная и красивая. Сейчас я покажу вам ее со всех сторон. Вот она, наша красавица, какая, колесики там. Вот внутри. Красивая. Вот какая колясочка снизу.
Внизу я решила постелить мягенький матрасик, а сверху укрыть малышку одеяльцем. Дина, какая у тебя классная коляска! Теперь я смогу тебя катать и гулять с тобой. Спи, малышка, засыпай. Потом мы с тобой в парк пойдем гулять, на птичек посмотрим. Что, не спится тебе дома? Ну тогда давай пойдем в парк уже. Ой, привет, Лиза! А что ты здесь делаешь? Я гуляю со своей сестричкой. Она еще очень маленькая и спит в колясочке. Ее нужно качать. Ой, как интересно! А у меня нет сестрички. Но я очень надеюсь, что еще будет. А можно мы с тобой погуляем? И поможем тебе с твоей сестричкой. Ну, конечно, девочки, пойдемте. Ой, какая она хорошенькая! Ребята, а вам понравилась наша колясочка? Тогда обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Пока-пока!